Привет, друзья! Сегодня у нас очередной видос. В данном видео мы будем делать саланцы для зайцев. Сейчас вот лето, слабое такое лето, много очень зайца в этом году попадается. Тут у меня есть два старых саланца из бутылок. Бутылки прибиты просто к дереву висят и по дереву не текут. Ну, вода, когда в соль попадает, по дереву не течет. Хочу сейчас спилить осинку и сделать бутылку сверху, в нее засыплю соль. Ну, такой более распространенный тоже вид саланца. У меня таких, кстати, нету. Сейчас будем делать и рассмотрим. Для этого нам понадобится вот пила у меня, шурупы, шуруповерт, топор, ну и бутылки. Бутылку сейчас вот так обрезаем. Вот до этого места. Ну, вот так срезаем, верхушку срезаем. Ставим на дерево, прикручиваем, чтобы не отпало. Сверху заполняем солью. Когда дождь идет, попадает в бутылку, вымывает воду с солью уже. И соль у нас будет стекать с водой по стволу дерева. Ну, сейчас все увидим. Значит, солонец наш, который стоял раньше здесь, который мы будем убирать, вот такой вот бутылке. Он насколько выше меня. Очень он неэффективный, воды туда мало попадает и стекает очень плохо. Вот внизу уже дерево, корень перегрызли. Мы это дерево трогать не будем, оставим. Бутылку только уберем. А вот нам сейчас задача подобрать дерево такого же размера, как наша бутылка. Вот. Значит, сейчас мы обрезаем вот где-то по это место бутылку. Здесь и здесь. Вот. И одеваем на дерево. С примерного диаметра дерева. Наверное, это будет велико. Бутылку мы не оденем. Если бутылка не одевается, толстое дерево, то можно его подрубить топором под клин, чтобы одеть. Можно выбрать другое дерево. Вот у меня тут есть маленькие еще осинки. Наверное, сейчас одно привалю. И оденем бутылку. Ну и сейчас вкратце все это мы... сейчас увидим. Что произошло? Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья поют со мной вместе, может быть, и вы. Итак, друзья, значит, прикрутили мы нашу бутылку к дереву. Наклейку можно снять, можно не снимать, как хотите. Зверя, думаю, напугать не будет. Вот наглядный пример, когда большое дерево, ствол дерева больше, чем банка. Опилил, затесал, банку одел и прикрутил на шурупы там на 4, на 3, ну я вот на 4 прикрутил. Собственно, этого хватит. Вот она уже никуда не денется. Все, сейчас засыпаем солью и будем делать еще одно. Я сегодня планирую сделать еще таких два. У меня здесь рядышком есть и один подальше. Сделаем сегодня с собачкой вон три бутылки, да, Туман? Чтобы у нас и косулька здесь проходила, поела соль, и заяц. Хоть здесь я не охочусь на них, но так, для того, чтобы им было чем жить. Так что ничего сложного нет. Если у вас нету пилы, можно использовать обычный топор. Срубил дерево, подогнал банку, бутылку, прикрепил ее. Можно без шурупов, без самореза, можно прибить просто гвоздями тем же топором. Вот. Ну, собственно, и это все. Будем засыпать солью сейчас. Прикрутим вторую банку, засыпем солью и поедем на третью. Сейчас приступаем к изготовлению второго саланца. Этот мы уберем. Тоже вот дерево погрызано, тоже бутылка, но малоэффективно. Я считаю, вот эти вот саланцы ленивые, малоэффективные. Так как вода в эту банку очень мало поступает.
ну, от дождей. Она сюда практически не попадает. Из банки выход тоже то на землю, вот всю землю грызут, на дереве мало, но им и землю полезно поесть. Ну, в общем, сейчас я решил немножко переоборудовать. Сейчас изменим, вот на ближе стоящую осинку прикрутим, и будет все окей. Старую банку из-под соли я разрезал. Там соль запрессована уже за не один год. Весь пластик вот в кучку сложил, сейчас с собой увезу, чтобы лес не засорять. Ну и солью этой старой заполняем. Если уж соли не хватит, еще принесем. У нас в машине много ее. Можно даже вот подрасколоть. Уйди, туман, из кадра. Лучше засыпную, рассыпную, чем вот эту вот. Она уже вся замерзла. Задубенело. Во. Ну и тут на полу можно оставить. Ничего страшного. Вот и все. Так заполняем солонцы. Теперь у нас дождь будет попадать чаще в эту бутылку. Вода из соли будет уже вытекать и течь по стволу. А не так, как висело на этом дереве, попадало сбоку чуть-чуть. Я считаю, это будет поэффективнее. Сейчас поедем на третий. Он у нас сделан из майонезной банки, там что ли, или из 5-литровой бутылки, я уже не помню. Либо его переделаем, либо рядышком сделаем еще один. Вот, ну и через месяц можно проверять результат работы. Сейчас еще водичкой зальем. У нас осталась вода с прошлых лет. Специально для этих дел имитируем дождь. О, вот и пошло. Тут много воды сейчас мимо течет. Лучше, конечно, ствол прямой делать, чем такой кривой. Но это просто большое давление воды, и дождь будет идти, очень мало попадать, поэтому вот будет вот так вот стекать все по стволу дерева. Вот. Ну все прекрасно. Сейчас поедем дальше. Господа, это у нас третий солонец. Я уже забыл, какие переделки и нет. Вот этот вот переделанный уже, так же, как я сейчас те два сделал. Соли тут осталось на дне, поэтому сейчас комочек такой закинем сюда, и пусть он работает дальше. Вот какое все излизанное дерево, можно даже лизнуть, попробовать самому. Здесь вот все погрызано, корни все перегрызаны. Делаются они все из осины. На одних из видео как-то я уже показывал, как делается солонец, какие виды солонцов. Этот солонец у меня тоже был уже в видео. Ну и те, которые переделал, также были. Вот, вот этот вот поэффективнее солонец. Сейчас к нему подъезжал, тут 200 метров в поле. Выехал на поле. Косулька пасется в свежей траве. Трава еще не растет нисколько, вот такая мелкая. Вот. Смотрит на меня, посмотрел, наверное, пару секунд и поскакал в лес. Там ускакал, не видно. Наверное, козлик. Вот как раз для них это все и делается. Вот даже следы на деревьях вон видны. Зимой лось проходил здесь. Он здесь не ходит. Здесь не так далеко деревня. Вон следы сейчас покажу, как он жрал. Вот осинку погрыз. Дальше вон погрыз. То есть соль нужна, солонец работает. Вот на большой такой, на большущей осине и то сделал затески. Но это зимой он в декабре, в январе где-то в середине пришел, у меня здесь ходил. Ездил, я смотрел следы. Вот затеска. А здесь вот осину всю обгрыз. Старые зимние затесы.
сейчас съездим, еще один салонец проверим. Там у меня он тоже переделанный. И где-то еще один поставим, пятый. Все у нас получается тут 4 по кругу. Поставим пятый. Косульки, да. Зайчики пусть радуются, ходят. Так, друзья, третий на сегодня салонец, который планировали сделать. Мы его с вами сделали. Пластик не выкидываем на природе. Забираем все в мусорку. Ну, на сегодня хватит. Сейчас конец весны, начало лета, такая пора основная, когда косуля, лось. Ну, всем животным необходима соль. Поэтому нужно обязательно по весне, если у вас уже есть солонцы, заполнить их. Лучше это по снегу. Да вообще желательно солонцы всегда держать с солью, чтобы они были заполнены. Иначе зверь хотя бы так будет держаться. А если его нет, то он будет проходить, даже не будет задерживаться. Ну, убивать, конечно, не надо в больших количествах. И поддерживать, защищать. В общем, обязательные биотехнические мероприятия. Ну, солонцы у меня тут так вот по кругу сделаны. Летом, ближе к осени, попробую поманить своим самодельным свисточком, которым прошлый год пробовал манить. Один козлик молодой вышел. Косулька пасется. Я до этого дня 4 назад 2 штуки видел на посевах, на свежих косульки ходят. Сегодня вот одна ходила. Видимо, уже готовятся к гону. Гон у них будет середины июля до конца августа, примерно в этот период. По-разному надо ловить, проверять. Ну, в общем, на этом все, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Есть какие-то вопросы, замечания, пишите в комментариях под видео. Всем пока!